находимся практически в центре города, на здании, которое стояло возле того здания, которое было повреждено. Мы здесь сегодня пытаемся полностью реставрировать кровлю. Она была очень сильно повреждена, стабильная система там практически упала. Но уже все, стабильную систему мы восстановили, и на сегодняшний момент уже упал дрожь. Сложность работы заключается зачастую в том, что невозможно попасть на те или иные кровли. Так как квартиры закрыты, жители не живут, а выход на чердачное помещение было через их квартиру. Ну, мы как-то придумываем, как это сделать, или при помощи вышек, или при помощи каких-то лестниц, все равно продолжаем работу. На коммунальное предприятие, только на наше, поступило более 6 тысяч заявок. Это порядка 1600 домов, которые так или иначе повреждены. В основе своей это были окна, ну и, конечно же, кровли. Также мы начинаем уже понемножку ремонтировать какие-то аварийные группы, менять двери, ну, делать все для наших жителей.